В связи с ростом количества больных на очередном заседании штаба по недопущению распространения на территории Хасавюртского района новой коронавирусной инфекции COVID-19 совместно с территориальным органом Роспотребнадзора Республики Дагестан, членам штаба было поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением требований, предъявляемых в условиях распространения этой болезни. Главам населенных пунктов поручено оперативно решать вопрос обеспечения населения муниципального района достаточным количеством средств индивидуальной защиты, а также изучить и использовать применяемую положительную практику других муниципалитетов. Они обязаны держать на контроле организации информирования населения о необходимости соблюдения противоэпидемиологических мер, включая подворовые обходы, и привлекать к этому важному делу совместно с медицинским работником, участковым уполномоченным полиции и представителей духовенства. А так во всех селах проводится обследование больных, получающих лечение амбулаторно на бактериологическое, вирусологическое исследование, обеспечивается организация проведения дезинфекционных мероприятий в домашних эпидемиологических очагах, организациях, учреждениях, массово посещаемых населением, в том числе профилактическую обработку мест общественного использования. Во всех поселениях района проходят очередные дезинфекционные мероприятия, направленные на обеззараживание территорий общественных мест, придворовых территорий, улиц, социальных объектов, уборку и дезинфекцию площадок на остановках для общественного транспорта. Наблюдаем масочный перчаточный режим, относимся к этому очень ответственно. Всех пассажиров одевают маски, перчатки. Спасибо, так надо держать. Ежедневно главы сел организовывают дезинфекцию не только территории общественных мест, но и жилые помещения граждан. Это крайне важно в профилактике недопущения распространения коронавирусной инфекции. Они будут проходить до относительно благополучного разрешения ситуации.